Настоящий этноаул появился на площади перед областным молодежным ресурсным центром. Студенты из всех районов Южного Казахстана собрались, чтобы принять участие в национальных играх и народных забавах. В рукопашной схватке сошлись борцы. Юноши пытались одолеть противников, свалив их с ног в национальной борьбе «Казахша-Курес». Одержать победу над соперником удалось 22-летнему Даулету Касымбекулы. Парень уже 10 лет занимается казахской национальной борьбой, и здесь ему нет равных. Я приехал из Бадибекского района. Казахша-Курес занимаюсь с детства. Это очень хороший вид спорта для мужчины. Он тренирует выносливость. Неподалеку свою силу демонстрируют палуаны. Силачи должны поднять гирю весом 25 килограмм. Выигрывает тот, кому это удалось большее количество раз. В то же время парни проверяют себя на выносливость в национальной игре «Кол-Курес». Соперники очень сильные, все хорошо подготовленные. Обыграть их непросто, но мне это удалось. Я уже троих победил. Продемонстрировать свое мастерство смогли и представительницы прекрасного пола. Специально для девушек в этноауле открылась выставка мастеров прикладного искусства. Здесь опытные рукодельницы делятся тонкостями обработки войлока, камня и дерева. Здесь можно полюбоваться казахскими национальными украшениями и предметами быта. Когда домой заходишь, вот перед этим надо около двери повешать вот так. Вот сюда мы поставим, например, травы хорошие. Или монеты вставляем туда. Привлекает добро, удачу, вот так. И тумар называется. В рамках праздника прошли соревнования среди виртуозов слова. 11 акынов борются за звание лучшего, исполняя авторские произведения на тему праздника. Цель данного мероприятия, конечно, это отметить на хорошем уровне праздник Наурыз, также возобновить забытые традиции казахского народа, также тюркского народа. Это, конечно, я то, что, как сказала, национальные игры, это вот Казахша-Курес, Кол-Курес, Архан-Тарту, Алты-Бахан. Насыщенная программа праздника захватила всех, кто принимал в нем участие или оказался среди зрителей. Специально для горожан организаторы накрыли столы с угощениями из блюд казахской кухни. А самые маленькие гости праздника с удовольствием катались на национальных качелях Алты-Бакан.